Под Одесским апелляционным административным судом прошел митинг активистов Евромайдана. Пикетчики пришли проконтролировать процесс выборов председателя суда, который так и не начался. Подробности в следующем сюжете. Около двух десятков активистов Евромайдана с плакатами и транспарантами собрались возле апелляционного административного суда. По словам митингующих, они пришли проконтролировать процесс выборов председателя суда, которые, по их информации, назначили на сегодняшнее утро. Зараз выборы у нас насуваються знову чергові парламентські, то теж цей суд може вирішувати практично будь-які питання стосовно визнавати, не визнавати вибори, приймати рішення по скаргам виборчим. Це все робиться, як кажуть, неспроста. Ми розуміємо, чому і хто це робить. Ми не дозволимо господину Ківалову назначати своїх людей на должності, які будуть контролювати виборний процес в Одесі. Не будет этого. Мы не позволим господину Кивалову стать народным депутатом. Вот как он считает, что он может переломать ситуацию и вернуться в кресло народного депутата. Однако выборы в здании суда, охраняемом шеренгой милиционеров, не состоялись. Мы делаем официальное повідомлення про то, что сегодня выборов не будет. Еще вчера это питание было узгоджено. Все. Про сбори буде належним чином вам додатково повідомлено. Активисты пообещали проконтролировать, когда и в каком режиме будут проходить выборы председателя Одесского апелляционного административного суда. Александр Полуев, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.